Друзья, всем привет, с вами Александр Иванчин. Мы начинаем нашу серию коротких видео с маркетинговыми советами. Просмотр данных видео поможет вам достичь успеха немножко быстрее, чем если бы вы делали это, не просматривая данные видео. В любом случае, каждое из этих видео будет коротким, может быть, минут 5-6, не больше. И в целом, они просто помогут вам собрать воедино все составляющие, все, что вы знаете об интернет-маркетинге, все, что вы знаете о заработке в интернет, собрать воедино и начать зарабатывать быстрее. Всего этих видео будет порядка 20. Итак, поехали. Это вводное видео на самом деле. Мы знаем, что у нас три составляющих успеха. То есть сначала нам нужно привлечь трафик. Трафик 100%. У нас есть наша страница захвата. Здесь форма ввода адреса электронной почты. Здесь у нас либо видео, либо какая-то информация, которая говорит о том, что да, человек получит что-то классное, что-то интересное, если введет адрес электронной почты, нажмет на кнопку «Получить». Где-то 30% людей. 30% это хорошая, нормальная конверсия для страницы захвата. Вводят адреса электронной почты и попадают уже на продающие видео. И из них где-то 2% видео приобретают. А со следующими начинает работать что? Автоматический рассылщик писем. И дальше у этого, у начального предложения есть серия апселлов. То есть, собственно, вот так выглядит процесс. Мы, смотрите, в первую очередь мы заботимся о том, чтобы у нас была достаточно хорошая страница захвата, которая бы привлекала подписчиков. Нам нужно, чтобы у нас продукт, то есть, чтобы у нас продающие видео, чтобы хорошая была презентация продукта. Вот, мы поговорим с вами в одном из следующих видео о том, ну, какие могут быть методы продаж нашего продукта, нашего первичного предложения. Да, и также мы должны позаботиться с вами о трафике. То есть вот обо всех этих трех составляющих мы с вами будем говорить в течение ближайших 20 видео, которые будут выходить примерно с периодичностью там, раз в 3-4 дня. Вот. Как сделать так, чтобы был качественный трафик? Как сделать так, чтобы было максимально большое количество людей, под которые ввели свой адрес электронной почты? Как сделать так, чтобы была здесь максимальная конверсия? Потому что, да, на начальном этапе это 2%, то есть с помощью серии данных писем мы повышаем конверсию до 3%, до 7% и так далее. То есть, как все это сделать? То есть, если вы продаете свой продукт, если вы продаете партнерский продукт, чтобы получать партнерские выплаты, то есть обо всем мы этом с вами поговорим. А также мы поговорим с вами в следующем же видео о том, вот получается здесь 100% трафика пришло на нашу страницу, 30 осталось, ввели свой адрес электронной почты, а 70 потерялись, которые никогда уже к нам не вернутся. Вот о том, как быть с этими 70%, как их не потерять, мы поговорим с вами в следующем видео. Итак, с вами был Александр Иванчин, и до встречи в следующем видео. Спасибо.